Всем хаюшки, с вами я, Александр, это канал Аймбот, и у нас игра Disney Heroes. Сегодня поговорим о персонажице Гастоне. Также, ребятки, я помню про ваши комментарии, то, что просили вы мне записать видосик по Салли Бу, также по Рексу и также по Шраму. Вот, по этим персонажам я вас помню, я не забыл, я читал ваши комментарии, я сделаю видео, я вам обещаю, но не знаю пока когда. Вот, значит, сегодня по Гастону, также сегодня сделаем небольшие призывчики. Не знаю, мне вчера дали 13 алмазных сундуков, плюс у меня, по-моему, 2 было, и того должно быть получиться 15. Я не знаю, посмотрим, и тогда, если что, сделаем еще призывчики. Вот, и сразу же давайте к Гастону отправляемся, посмотрим, что за этот персонаж, потому что он довольно-таки новый. Также я покажу своих других персонажей, которых еще у меня добавились, ребятки, потому что я купил пак, там, где был Гастон, там, где были еще какие-то персонажи, и я его купил, вот, за 4000, по-моему, вот этих вот кристальчиков. Значит, по Гастону давайте же посмотрим. Прежде всего, что нам пишет Гастон? Как ты можешь это читать? Тут же нет картинок, нам пишет Гастон. Вот такой вот он пацан, вот такой вот он мужик. О, да, что такой мужик. Значит, значки ему вот такие вот нужны. Я, если честно, предыдущие видосики не помню, как писал, поэтому буду писать так, как я могу. Значит, вот такие вот у него значки должны быть, я их не буду их одевать на него, значит, и здесь у него непрокачанные, конечно же, навыки, которые я не стал качать. Давайте почитаем, что вообще хотя бы навыки эти дают. Вот, и значит, здесь он, Гастон, прыгает в гущу врагов, нанося 924 единицы урона и оглушает их на 4 секунды. Затем Гастон остается тем же и дерется в рукопашную до конца волны. А, остается там же и дерется в рукопашную до конца войны. Хорошо, неплохо. Значит, здесь одни мышцы и говорят, ух, Гастон. Гастон разрывает на себе рубашку. Я это не буду, конечно же, делать. Оглушая и очаровывая врагов на 4 секунды. Эта атака может не подействовать на врагов выше одного уровня. Серьезно. Значит, 5 дюжин яиц. Один раз за бой, когда ХП Гастона падает до нуля, он проглатывает несколько из. Это дает ему 5265 ХПшечки и делает неуязвимым на 8 секунд. Блин, реально топово, на самом деле. Недаром мне посоветовали этого персонажа купить, но мне кажется, он будет имбовый. Значит, коронный удар. Оглушение Гастона длится на 3 секунды дольше, если ХП цели упало более чем на 50% от максимального. Значит, более долгое оглушение может не подействовать на врагов выше 41 уровня. Очень классно. То есть он может оглушать. Он может также прыгает, наносит удар, оглушает этим же. Здесь оглушает. Здесь оглушает или очаровывает. Обалдеть. Здесь он себя лечит прямо и неуязвимость кидает на 8 секунд. Это просто жесть, ребятки. Вот, также здесь тоже оглушение 3 секунды. Здесь, конечно же, будет меняться только левачок. Здесь будет у нас меняться единица урона, как я понимаю. Здесь будет тоже будет меняться левачок. Здесь будет даваться больше хпшки. Вот, смотрите, 5265. Сейчас я это 5 дюжин яиц качну разочек. Вот так, опачки. 5265 было, смотрим. 5319. Да, растет именно хпшечка, и это реально круто. Хороший боец, поэтому, ребятки, действительно, если есть возможность его получить каким-то способом, получайте, потому что он реально имбовый. Значит, у него также идет связь, получается, с Калхуном. Калхун вот у нас вот такая связь будет действовать при редкости синий. Вот также здесь при редкости синий и при уровне 103, когда персонаж достигнет именно этого уровня 103. Это у меня будет не скоро, поэтому связь я точно не получу в ближайшие несколько леваков, да, грубо говоря. Ну, ты видишь, у меня только 58 прокачан, вообще по факту у меня сейчас 59 левачок. Вот, значит, по друзьям, вот и в принципе все. Больше ничего не могу по нему показать, рассказать. Поэтому давайте сделаем боечек по нему. Мое мнение, ты выслушал об этом персонажке, поэтому сейчас мы пойдем посражаемся. Вот единственное, я не знаю, куда посражаться. Давайте отправимся в компанию куда-нибудь сейчас, что-нибудь зачистим, какую-нибудь там локацию. Давайте в главу, наверное, отправимся 3.
вот где зараженная станция, например, и поставим его сейчас в команду, уберем командочку, поставим его. Возможно, нам удастся что-то да, рассмотреть. Также я на 5 звезд буйволоса прокачал своего буйволоса. Вот, значит, убираем его. Убираем базы и ставим Гастона. Гастона ставим. 3 звездочки у меня Гастон. Вот, нажимаем бой и смотрим. Походу мы, наверное, быстро зачистим все это. И на Гастона не особо успеем посмотреть. Ну, не знаю, давайте, по крайней мере, хотя бы посмотрим. Вот, он выходит с луком. А здесь, ну, хорошо, ребятки, сопротивление. Поэтому, в принципе, мы авто убираем. И успеем поюзать какие-то скиллушечки. Давай, Гастон, быстренько, давай. Копи свою силушку богатырскую. Давай, копи. Вот он прыгнул, получается, прыгнул и бьет именно там, где есть. Так, по хилам вроде бы нам пока что ничего никуда не надо, давайте-ка используем. Значит, Гастон еще, вот он, давайте еще разочек, и опять мы прыгнули. Ну, ребятки, сопротивление стоят, это, конечно, не круто, сопротивление. Так, давай-ка, минуси. Да убирайся ты, вот, отличненько. Он меня послушался и убрался. Давайте далее. Ну, единственное, давайте наблюдать за Гастоном. Вот тут он, видите, я не знаю, кого-то очаровал, не очаровал, но он разорвал рубашку якобы на себе. Вот так быстро вот так взял, раз, расстегнул ее, показал свою волосатую грудь и все. И на этом все закончилось. Так, вот мы прыгнули, бьем мы здесь. Так, зачем я хилюсь? Ну, Гастон, вот так, Гастон, хорошо. Буйволос, давайте кто-нибудь пробивайте их. Вот, давай, ты ее по-любому можешь. Сали и Бу могут побить. Вот. Гастон вот такой. Давайте еще один боечек прямо для закрепления. И после чего все-таки мы пройдемся и вот сюда давайте. Еще зайдем, почистим зараженные. Я не чищу зараженные, поэтому мне очень много зараженных локаций. И это да, ребятки, надо чистить. Все надо чистить, вообще надо чаще играть в эту игру. Я на самом деле немножко стал больше играть в эту игру. Вот, просто не писал в последнее время видосики по этой игре, но я в нее стал реально больше играть, прям чуть-чуть больше. Вот. Поэтому там видно, что у меня и золотишко появилось, да, и кристальчики у меня есть, и всякое такое. И ты смотри на Гастона, а я буду болтать, потому что я не могу. Я честно не могу посмотреть на Гастона, что он делает. Вот он прыгает, я вижу то, что я зажимаю скилл. Вот рубаху он разрывает на себе, кого-то оглушает, не оглушает. Я вот честно ничего не понимаю, но раз это дело пишется, то значит да. Единственное, что у нас еще, знаете, лавачок очень маленький, поэтому, скорее всего, вполне возможно... А хотя какой лавачок? Лавачок, да, маленький именно не наш общий лавачок, да, а лавачок именно навыков маленький, поэтому, скорее всего, возможно, всякие оглушенцы там подобные не срабатывают просто-напросто. Вот, в полном объеме я это не могу вам показать. Ну, в общих чертах, если то, что я увидел, то, что я прочел, то, что ты услышал, Гастон очень полезный, очень классный персонаж. И его стоит качать, очень сильно его стоит качать. Потому что он реально очень хорош, он очень будет полезен. Вот, своим оглушением, своими дебафами и в то же время самохилом вот этим, вот то, что его убили, и он сможет воскреситься, это просто имбово, это просто читерски просто как-то получается. Вот, давайте отправимся именно сейчас в задание. Ну, оно горит, оно мне мешает. Нет, не сюда, не в герои. Нет, давайте... Нет, да, давайте в предметы, потом в героя мы еще посмотрим, что у нас выпадет. Да, 15 у меня сундучков, давайте именно их сейчас и пооткрываем, посмотрим, что да, как и что почем. У меня есть 15, да, использовать. Будем надеяться, что сегодня что-то выпадет полезное. Так, хорошо, не совсем полезное выпадет. Также мы не успеем прокачать вот здесь лавачок, как я понимаю. Так, а что я же нажал. А, крестик, я забываю, представляешь, я забываю, что надо нажать крестик. Королева червей. Но она у меня уже есть, кстати. Поэтому дают нам фишечки. Чуть какой-то музончик играл. У меня просто очень тихо наушники настроены, потому что мне сбивает звуки. Но я слышу, что было. Так, хорошо. Это забираем. А что-то мало фрагментов дали. О, и ракушки, фу. Ну, синие же, это ж вообще ни о чем. Блин, 3 фрагмента, мало. Я понимаю, что халявные сундуки были, не купленные. Так, ну давайте хотя бы... Подолов всегда танцуем. Если ты не танцуешь подолов,
Плохо ты это делаешь, зря. Подолов надо танцевать. Вот, ладно, хватит. Хватит. Минутка танцев закончилась, и далее призывчики. О, вот Стич, Стич, да, Стич это тема. Стич это хорошо. Да. У меня руки в кадр не влазят, я знаю, я по-любому знаю. 30 фишек. Я рад-то потому, что у меня 30 фишек на Стича выпало. Вот. Персонажа я пока не качаю, хотя, в принципе, он довольно-таки играбельный, насколько я понимаю. Вот. Все свое время всему. 4 фрагментика. Есть оно у меня уже. Ну, фрагменты. О, плащик! Плащик, да, плащика у меня не было, по-моему, новый герой, плащ у меня, да, ребятки, да, появился он. У меня всего 2 героя теперь, остается 2 героя всего, которых нужно открыть. Блин, плащ, круто, круто, ребятки, круто, плащ. Плащ, это круто, 3 звезды, по-моему, персонаж, 3 звезды, круто. Так, это у меня есть уже, еще 7 фрагментов. На Шен, кстати, тоже давали 100 фрагментиков, которые я приобрел, вот этот пак. Поэтому эти персонажи немножко у меня поднялись. Так, ну хотя здесь цельные, получается, эти выпадают, это круто, цельные. Ну, вот это ерунда полнейшая. Ну, давайте еще одну трехзвездочную, я хотел сказать. Выпал шастик, но он, блин, ушастик. Всего однозвездочный карапуз. Так, ну и последний. Олаф, 3 фрагментика. Ну, в принципе, неплохо. За халявные, скажем так, сундучки дали нам несколько персонажиков. Это, в принципе, топово. Это, в принципе, очень классно. Это очень, на самом деле, круто, ребятки. Вот, что у нас здесь? Здесь у нас еще бесплатный сундучок такой. Сейчас я вам покажу по своим героям также. По героям. Так, задание еще выполнилось. А, ну понятно, здесь задание на сундучке открылось у нас. И вот они, мои герои сейчас. Сейчас стоит у нас Буйвалос. Самый первый, самый топовый. Сместил Джесси. Вот, к сожалению. Или к радости, я не знаю. Вот, ну, тем не менее. Также качаю вот этих вот 4-звездочных бойцов, да. То есть вот эти вот 4, вот 5 звезд. И пошли вот эти 3 звезды. 3 звезды Шрама, видите, я тоже подкачиваю. Рексик у меня подкачанный. Соответственно, Салли Бу у меня прокачанный. Рексик прокачанный. Этот тоже докачивается у меня все свое время. И будет контентик, и будет вам видосики. Также вот они, вот новые персонажи. Тут, скорее всего, можно еще апнуть будет, да, до 4 звезд его. Что, в принципе, тоже его можно апнуть на 4 звезды. И уже начать его качать. То есть 4 звезды я уже считаю, что ребята, которые достигли 4 звезд, их уже стоит обращать внимание на них и уже стоит качать. А также, ребятки, да, я забыл упомянуть. Блин, Императора Зурга мне просили тоже как-то заснять видосик, я насколько помню. Постараюсь не забыть, почему-то Зург мне вообще вылетел из головы, вот честно. Напомни мне в комментариях, кто писал, если ты посмотришь видео до этого момента, напомни, чтобы я еще записал Зурга. Потому что я-то могу забыть. А, нет, черный плащ у нас в 2 звезды. Я говорю, в 3 звезды. Черный плащ был в 2 звезды. Ну, хорошо, что он вообще у меня выпал. И хорошо, что он у меня есть. Значит, принцесса, королева. Это и у нас что у нас? У меня еще вот в 3 звезды можно апнуть ее. Ну, давайте, есть деньги. Давайте 120 тысяч, в принципе, апну я. Чтобы потом понимать хотя бы адекватное количество звездочек, сколько есть у того или иного персонажа. Эльза. И остается у нас, получается, Алиса и Шляпочник. Алиса и Шляпочник. Вот. Поэтому остальные персонажи довольно-таки новые. Вот королева, вот эта червей тоже она выпала. Довольно-таки новый персонаж. Можно сделать видосик по ней. Вот. Ну, вообще, в любом случае, смотрите, кого еще сделать видосики. Вы пишите, а я буду стараться не забывать о тех персонажах, которые вы пишете. Вот. Поэтому, ребятки, вот такое было видео. Немножко открытие. Немножко поговорили о Гастоне. И, в принципе, все. На сегодня это, ребятки, все. Девчатки, это все. Значит, и ребятки, и девчатки, на сегодня это все. Понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Не забываем делиться видео с друзьями. Все, ребятушки, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Кликайте на колокольчик. Что я говорю? Я не знаю, у меня что-то язык сплетаться стал. Вот. И, ребятки, всем хорошего настроения. Всем пока-пока.